рождественский обед – это, собственно, не просто обед, потому что это не разовая такая акция, а действительно мы, друзья на улице, приходим каждую неделю к нашим друзьям, которым зимой особенно холодно. Вот мы здесь замерзли, а они все время, собственно, на улице. Вот, приносим еду, приносим одежду, горячий чай, и самое главное – стараемся принести дружбу. Поэтому рождественский обед, он становится такой вершиной дружбы целого года на самом деле. И после него люди не уходят в никуда, а знают, что через неделю мы снова увидимся, и эта дружба, она продолжается. Приглашение сугубо персональное. Вот, то есть мы собираем данные, а готовим потом стикеры, такие стикеры-бейджи, вот, так, чтобы мы каждого могли еще знать по имени, потому что для бездомного очень важно, когда его могут назвать по имени на «вы». Нам, живущим в тепле, у которых много всяких праздников, дней рождений, корпоративов, как бы всего, нам даже сложно бывает себе представить, что значит провести несколько часов в теплой, семейной, такой дружеской обстановке, где тебе улыбнутся, с тобой поговорят, тебя действительно назовут по имени, где тебя никто не прогонит, не побьет, и где ты можешь просто вот радоваться и праздновать. И это запоминается потом на все время, как бы это освещает потом жизнь. Этот обед, он меняет жизнь не только наших друзей, но и нас тоже самих все-таки. Потому что мое личное дружба с общиной началась именно с этого обеда. И это перевернуло мою жизнь. В этих подарках, которые именные и на которых написано имя каждого человека в них, очень полезные вещи находятся. Перчатки, шапки, шарфы, носки, гигиенические принадлежности, какие-то радости жизни и так далее. То есть это то, что еще помогает человеку согреться зимой. И то, что на самом деле греет наш город и в этом таком раздробленном мегаполисе помогает нам всем быть вместе и нам всем быть людьми на самом деле. Те люди, которые этим делом занимаются, они, в общем-то, ну, скажем так, далеко не олигархи. У всех наверняка есть свои проблемы, вот, но тем не менее они вот стараются. И как-то хотелось, конечно, бы, что, может быть, у тех людей, которые имеют такую возможность, тоже оказали бы какую-то, ну, посильную поддержку. Это было бы, ну, очень здорово. Один человек нам рассказал, что он что он все время носит с собой фотографию рождественского обеда и в трудные минуты говорит, что только это вообще меня и спасало, что я видел, что есть люди, которые считают меня человеком.